«Дуй, сын удар!» Сила и последствия совершенных деяний в этот день приумножатся в 100 раз. День благоприятен для людей, родившихся в годы коровы, тигра и кролика. Хорошо в этот день освещать статуи и изображения Будд, Бодхисаттв, Сахиусанов, заниматься практикой сосредоточения и начитывания мантр, делать добрые дела, совершать подношения, проводить обряд Далгэбаха, устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду, встретиться с любимым человеком и собирать друзей. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы мыши и свиньи. В этот день не стоит переезжать, менять место жительства или работы, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, а также проводить похороны и поминки. Стрижка волос, к удаче, отправляться в дорогу, к несчастью, задуманное не исполнится.